Друзья, всем привет! Часто в мастерской сталкиваемся с такой проблемой, как коррозия на металле. Сегодня попробуем при помощи обычных народных средств избавиться от данной ржавчины. Сейчас приготовлю несколько растворов, поместим в них наши образцы и будем смотреть, как протекает реакция в каждом из растворов. Приготовил 5 стаканчиков вот таких, следовательно, у нас будет 5 растворов. Вот как выглядят приготовленные составы. Также подготовил образцы. Они вот с такой ржавчиной. И сейчас будем помещать их в наши растворы. Так, первый. Второй. Третий. Так, ну здесь у нас густой раствор. Все, ну и ждем, когда начнется реакция. Уже видно, немножко в первом начинается реакция. И в третьем. Ну а пока есть немного времени, хотелось бы рассказать о своей недавней покупке. Приобрел себе пускозарядное устройство AutoStart Pro от компании Dadget. AutoStart Pro – устройство, которое поможет запустить двигатель с севшим автомобильным аккумулятором. Оно работает как портативное зарядное устройство не только для машин, но и для гаджетов, смартфон, планшетов и ноутбуков. Девайс имеет мощность 18 ампер-часов и обеспечивает стабильную зарядку там, где нету розеток. Также оснащен фонарем. Чтобы его включить, нажимаем и держим. Вот первый режим, второй режим, третий режим, то есть имеет 3 режима. Кстати, до полной зарядки данного девайса требуется 6 часов, поэтому нужно заблаговременно его зарядить и держать заряженным. Данный девайс способен запускать различные двигатели объемом до 7 литров. У нас, конечно, не 7 литров, но полторашку попробуем завести. Включаем устройство. Должно быть не меньше 75%. Подключаем аккумулятору. Красный к плюсу, черный к минусу. И подсоединяем к нашему устройству. Убедились, что горит зеленый свет. Можно пробовать заводить. Ну все, завелось. Отключаем. Все, устройство работает. 22 января по 31 января в Dadget проходит кибер-понедельник. И там можно приобрести огромное количество полезных гаджетов со скидкой до 70%. Чем не повод порадовать себя и близких. Ссылочку на магазин оставлю внизу под описанием. Переходите по ссылке и выбирайте. Там очень много интересных девайсов. Прошло приблизительно 25-30 минут. Смотрите, больше всего в реакцию вступил третий образец. Также в первом образце и в пятом тоже наблюдается небольшая реакция. Подождем еще немножечко. Прошло приблизительно 2 часа, и как мы видим, наши растворы поменяли окраску. А раствор номер 3 еще выделяет тепло, то есть стаканчик теплый. Если замерить температуру, 27 градусов. Остальные, к примеру, 19 градусов. Ну и сейчас будем доставать наши образцы и посмотрим, как растворы справились с данной задачей. Раствор номер 1. Первый состав у нас будет вода и пищевая лимонная кислота. Все это перемешиваем.
Вода немного желтая. Ржавчина, как мы видим, вся осталась на месте. Раствор номер два. Раствор номер два будет Пепси. В этом растворе никаких реакций не было. Как мы видим, вся ржавчина осталась на месте. Раствор номер три. Третий состав. 100 мл перекиси водорода. Грамм лимонной кислоты и 10 грамм соли. Добавляем в наш раствор и перемешиваем. Здесь реакция больше всего проходила. Опа, смотрите, уже видно, то ржавчины нету. Сейчас протрем тряпочкой и посмотрим ближе. Раствор номер 4. Четвертый состав. Сюда выдавим обычный томатный кетчуп. Здесь у нас где-то он зарытый. Так, сейчас я его протру. Вот как выглядит винт. Вот здесь он побольше убрал ржавчину, вот здесь. Но все равно есть она, ржавчина. Так, и последний. Раствор номер 5. Пятый состав. Будет уксусная кислота. 70%. Здесь реакция тоже проходила слабенько. Но вода немножко пожелтела. Вот смотрите, тоже осталась ржавчина. Вот так это выглядит. И помещаем наши образцы в раствор воды и соды. Смотрите, какая реакция идет. Сейчас наши любимые химики напишут, для чего все это делается. Вон, смотрите, какая реакция идет. Ну и давайте подведем итоги. Пятое место я бы отдал раствору номер два. Это Пепси. Как мы видим, со своей задачей не справился. Как была вся ржавчина, так и осталась. Четвертое место я бы отдал номеру 4. Это кетчуп. Да, он чуть-чуть убрал, но совсем-совсем немного. То есть все почти так и осталось. Так, третье место. Третье место я бы отдал раствору номер 5. Это у нас уксусная кислота. Мелкую ржавчину убрало, чуть крупнее где. Также все и осталось. Второе место я бы отдал раствору номер 1. Это лимонная кислота. И крупную ржавчину немного убрало. Но все равно немножечко, но осталось. Ну и первое место я бы отдал раствор номер 3. Это перекись водорода, соль и лимонная кислота. Болт очистился идеально, как вы видите, все очень чисто. То есть раствор делается буквально за пару секунд, стоит недорого, но удаляет ржавчину очень хорошо. Мне этот раствор очень понравился. Также прошу в комментариях написать, каким вы раствором пользуетесь. Я имею в виду не покупным,
а самодельные. Тоже буду очень рад вас выслушать. На этом будем прощаться. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!